в магазине рука к ним тянется снова. Я покупаю, опять же, этот продукт. Насчет вот этого крема, я покупаю его уже третий или четвертый раз. То есть вот это или третья, или четвертая упаковка. А вот это уже пятая или шестая. Такая же абсолютно. Это крем для ног. Здесь 100 грамм. Фосфолипидами. Здесь есть облепиха, есть экстракт солодки, имбиря, меда, шалфея, календулы, эфирное масло полыни, кальпанума и березовых почек, масло сои и рисовых отрубей. Крем ничего особенного не делает, но благодаря ему я использую его на лицо. Еще на другие части тела, например, на ноги, места, где я брею ноги, там, икры, и ничего особенного не делает, но он как-то очень хорошо выравнивает кожу в плане того, что на ней просто перестают быть какие-то шелушения. Нужно его каждый раз использовать после того, как умылись. Мыло разрушает слой кожи, каким бы оно ни было хорошим. Если мыло вообще без кремовой составляющей, то есть у меня сейчас относительно дешевое мыло, и они очень-очень сушат кожу. Плюс отопление, плюс вот это вот все воздух, холод, пересушенная кожа. Просто каждый раз я пользуюсь вот таким кремом, несомненный фаворит зимы. Вот он, мой новенький крем, точно такой же, впитывается моментально. Жирного чего-то на руках он не оставляет. Только там, не знаю, если всю пачку выдавить, наверное, тогда он будет плохо впитываться. В общем, крем моментально. Очень хорошо, кстати, для рук, для кутикулы. На пятки конкретно по назначению. Для ухода за сухой потрескавшейся кожей стоп. Тут написано. Я его не использую. Знаете, самое главное преимущество, которое пишет производитель, это то, что здесь 0% минерального масла, глицерина, красителей, парабенов. То, что обычно очень сильно добавляют в крема. Сейчас я размажу это по рукам, чтобы мне было удобно дальше вам что-то показывать. Крема для рук обычные и какие-то для лица. Они оставляют почему-то такой слой, просто вот как будто кожа очень жирная осталась. А этот крем вот хорошо, я его использую даже под макияж. Дальше, следующий крем для ног освежающий. Для, знаете, усталости. Он уже, так, эфирное масло, мята и ментол. Да, у меня был такой крем раньше. Где-то я его покупала, наверное, прошлой весной, если я не ошибаюсь. И вот он именно очень сильно пахнет мятой. Для лица 100% он не подходит. Он охлаждающий, он ни в коем случае не должен попадать в глаза. Крем мне понравился. По цене они все стоят чуть больше, чем $1. То есть это 60 центов, 70. Здесь также 0% минерального масла, глицерина, силиконов, парабенов. И даже нет искусственных ароматизаторов, так как здесь очень сильный, приятный запах мяты. Значит, что обещается в этом креме? Смотрите, здесь вот обещаний чуть поменьше, чем в креме этом. Ой, не то поставила. Значит, здесь у нас эфирные масла мяты и ментола. Они охлаждают, освежают, оказывают успокаивающее действие, помогают снять напряжение. Гиалуроновая кислота здесь также есть, как и в этом креме. Она обеспечивает увлажнение, возвращает кожу упругость, эластичность. Ну, пускай так, пускай. Органические сертифицированные масла сои. Так, еще бывает, значит, не сертифицированные. Или на питают. Странно, что лен не выделен. Выделен, но не очень заметно. Питают, смягчают, разглаживают кожу ног, избавляют от сухости, шелушений, стянутости. Экстракт здесь есть алоэ веры, имбиря, плюща, конского каштана, горцини, иглицы и коры дуба. Значит, они успокаивают, укрепляют кожу, активизируют ее природные защитные функции. Значит, этот крем
какими-то вещами, которые я одеваю, там, лосинами, носочками. И мне нужно обязательно прийти зимой. Я не пропускаю этой уходовой процедуры, даже когда на мои ноги особенно никто не смотрит. В общем, вот такой крем я купила снова. Этот крем у меня второй, у меня сейчас второй раз. Он очень приятно пахнет, действительно охлаждает. Необычный очень крем наряду со своими другими представителями и собратьями. Значит, вот такое мыло у меня уже было в летних покупках и Green Life. Но оно было с вишней и киви. И я купила вот такой вариант с дыней. Дыня и карамбола. Что такое карамбола, я не знаю, еще не гуглила. У мыла очень приятный запах. Здесь 5 кусочков по 60 грамм. То есть я в разочарованиях показывала. Мыло земляничное, 100-граммовое. Посчитайте, сколько это выходит примерно. Сейчас вместе посчитаем. Такое мыло стоит меньше доллара. Здесь 5 штук по 60 грамм. А то стоило чуть меньше, чем полдоллара. Там было всего лишь 100 грамм. И оно очень быстро закончилось. В нем ни капельки нет мыла, ничего. То есть оно очень плохо ухаживает за кожей. Очень жесткое. А это мыло мягкое, приятно пахнет, не размачивается в воде слишком. Очень приятно пахнет. Нежный такой запах. Похож на медовый какой-то. Вот дынный именно запах. Вот здесь 5 штучек, содержащиеся в экстракте дыни. Витамины С и Е, а также углеводы. Помогают восстановить естественный баланс кожи, содержащийся витамин С и минералы в экстракте карамболы. Положительно влияет на внешний вид кожи. Подходит для всех типов кожи. Значит, здесь витамины и минералы. В общем, это мыло очень приятное по запаху своему. Еще из ухода на подарок я покупала вот такие. В общем, у этих двух шампуней по 400 мл. Второй для окрашенных волос. Пахнет очень приятно миндалем и клубникой. А первый пахнет манго. Действительно, очень-очень приятный нежный запах. Дальше также я покупала вот такой на подарок мужской дезодорант энергетический.